В столице Мали-Бамако жители празднуют вывод французских солдат, участников операции «Бархан», которые прибыли в страну в 2014 году для борьбы с джихадистами в регионе по просьбе тогдашнего малийского правительства. После военного переворота в стране отношения новых властей с Парижем осложнились. Манифестанты с плакатами в поддержку России и ЧВК «Вагнер» жгли французские и европейские флаги.